Он тебя не знает, кстати. Все! Я даже не королева! Ты, в общем, будешь супергерой, а я спонжик. Я бухаю и сразу падаю. Я буду тебя блендерить. А вы чё? Все. Всем привет! Меня зовут Поли Джо. Я Вася. А я Женя Монтана. Меня зовут Алексей Смирнов. Сегодня мы находимся на канале «Золотое яблоко» и будем играть в игру «Бьюти крокодил». Давайте послушаем правила. Я Вася. А я Женя. На столе три стопки карточек. В двух слова из бьюти-индустрии, в третий – наказание. Участники, разбившись на две команды, поочередно вытягивают карточки и за одну минуту показывают слова с помощью жестов. При этом произносить вслух ничего нельзя. Если соперник угадывает слово, то его команда получает балл. А если не угадывает, то выполняет наказание. По итогу игры команда проигравших получает штрафное задание. Давайте выберем командиров и капитанов команд. А мы с тобой? Нет, я какой рукой? Там. Ладно, хорошо, я уступаю тебе. Ладно, погнали. Капитан нашей команды Вася. А капитан моей команды Леша. Понятно. Да, блядь! Все. Алло. Ну? Волосы. Бритва для волос, стрижка. Филировка. Фиолетовый цвет. Фиолетовый цвет. Цвет на кончиках. Цвет на концах. Цвет по длине. Амбре. Цвет именно, цвет. Нет. Нет? Блять, сейчас. Это так называется окрашивание? Амбре, растяжка, релайз. Как хорошо, что я была в прошлом парикмахером. Так, третье. Амбре, релайз, растяжка, цветовая растяжка. Балаяж. Да ёб твою мать! Надо было позвонить. А моему другу парикмахеру. Короче, балаяж — это техника нивелирования, при которой выкрашивают. Да, 2/3 длины. Мы с вами макияжили, выпили рюмку веселого напитка. Ой! А что за веселый напиток? Перцовка? А сколько её? Вот столько? Блядь. Залпом? Ты норм выпьешь? Либо я макияж, либо ты, либо я бухаю и сразу падаю. Давай ты бухаешь. Хорошо. Ладно. 16... Это алкоголь? Да. 16-летний Василий. Веселый напиток. Тебе шампанское нельзя после 17-летний. Ооо! Так, погнали. Карточку бери, чтобы не просмотреть случайно. Пудра. Транспарантная пудра. Да. Огонь. Все! Я даже не королева! Сейчас нет, язык один. Давайте мы пока что прочитаем. Угу. Да давайте уже, вот хватит этого. Вот. Так. Опускается. Румяна. Кисть. Выдвигается. Так, показывайте кто-нибудь Алину, заебали. Что это? Кисть. Так. Кисточка. Маленькая кисточка. Кисть для под кушон. Пушистая кисть. Для пудры? Кисть для пудры. Кисть для пудры? Кисть. Так, подожди. Кисть для лица. Не понимаю. Кисть для лица, смысл пудра. Тоже, но как еще по-другому сказать? Не кисть для лица, а бьюти-блендер? Спонж? Кисть для хайлайтера? Нет, это кисть. Для чего-то конкретно. Ага. Блять, пиздец. Да вы серьезно? Типа маленькая, с короткой ручкой. Да, такая, типа, а кабуки, это я пыталась бренд показать, типа. Отправь последнюю фотку из фотопленки в любую переписку в WhatsApp или выпей рюмку веселого напитка. Переписку выбирает команда соперников. 2, 1. Давайте. Выбираем переписку. Кто нам нравится? Давай кого-нибудь мужчину. Да. Так. Главное, не бывшего. Да, давай вот. Это рано. О! Секси Геворг. Давай вот так. Давай. Ну, это уже старый. О, давай Арману. А тут видео. И что? А можно видео? Так мы фото. Нет. Да там весело. На видео отправляй. Там видео с членом, все нормально. Ой, это я все сказала. А пока посмотрим вот это. Эй, я... Ау!
Я с бичворк. Как он тут делает изящно? Вообще он пластичный. Да. Бутерброд? Нет. Нет. Так, что? Ой. А что, что это за слово? Можно узнать? А можно загуглить второе слово? Тихо, подожди, подожди. Карту только скрой. Просто надо подумать, как показывать вот это и на ком из нас. Ну, нет, на мне. Девочки, мальчики, смотрим. Щечки? Нет. Румяна? Зону уменьшения? Ботокс. Мышцы? Морщины? Нет. Кожа? Целлюлит? Так, дальше. Как там было? Состаренная? Нет. Хайлайтерная кожа? Нет. Пущенная кожа? Тихо, подожди. Поры? Да, да, да. Сальные кожи? Нет, нет, нет. Жирная кожа? Жирная кожа? Давай ну, сначала вот это, вот это начнем вот с этого. Слово, вот. Это первое. Поры? Да. Расширенные поры? Нет, 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 тихо. Стоп. Нет. Поры. Просто одно слово, да блядь. Да тихо, поры. Вы вообще-то не должны говорить. Вот это? Только вот. Спонж. Угу. Это. Тихо. Слов не должно быть. Микроспонж? Тирки пор? Нет. Бичи-блендер? Как все показать? Я не знаю, почти. Как это показать. Ну вы, блядь, сказали. Чего вы должны говорить? Духовка? Нет, сука, это коньяку-спонж. Пористая губка спонж. Секунду, это пористая губка спонж. Пористая. Кто-кто? Коньяк. Сделанное из корня растения, что-то там, что-то там. А, кстати, это интереснее. Хорошо, что мы не успели. Ой, а мы два взяли. Тебе сбивает бутылку с головы на бой профессиональный тэквондист. Я извиняюсь, а кто здесь профессиональный тэквондист? Алло, Джейсон, не могли бы вы... Аригато. О, опасность. А это тэквондист или это звукооператор, переодетый в тэквондиста? Я думаю, это симпатичный парень-модель для мужского белья. Ну да, согласна, подруга. Блядь, уже не буду сбивать. Боже. Так, я жива. О, шикарно. Он показывает. Контуринг. Консилер. Пудра. Тон. Транспарантная. Что, блядь? Мышцы. Приседания. Так, спорт для физиономии лица, да? Массаж. Нет, не массаж лица. Это такая херня, которая разрабатывает мышцы, чтобы оно было подтянуто. Как это называется? Лифтинг-макияж? Нет, это со спортом связано. Ну, бабы еще там тренируют, как правильно? Фитнес лица. Фитнес лица, спорт. Нет, не фитнес, тоже было. Мига. Это фейсбилдинг, блядь. Мать, я тоже не знаю. Я блогера знаю просто, который себя здесь хуярит. Который показывает, как правильно всасывать бунту. А что такое? Нет. Я не готова смывать свои стрелки. Звонишь Геворке по громкой связи, представляешь, ты говоришь, привет, слушай, один бренд предложил нам поучаствовать в проекте, называется Электро, а ты супергерой, а я спонжик, и я буду тебя... Блендерить. Так, смотри, учитывая... А можно говорить о всяких... Подождите, я знаю, как это сделать. Вопрос в том, что если... Где эта бумажка? Если позвоню я, то он поймет, что это прикол. Ну, потому что женский голос. А если позвонишь ты, то это сразу привет. Он тебя не знает, кстати. Слушай, понятно. Ты супергерой, я спонжик, я буду тебя блендерить. Только лжи, прям такой серьезный. Да, да. Все, звони тихо. Алло, Геворг, привет, это Леша из мейкаперов. Слушай, один бренд предложил нам поучаствовать в проекте, называется Электро. Ты, в общем, будешь супергерой, а я спонжик. Я буду тебя блендерить. Как тебе? Что, блядь? Ну как тебе это? Да он поржал. Вот, вот и Арман ответил, привет, а что это? А что это? Это мы. Все, теперь вы нам показываете.
Да, ты не показывали, я не знаю, как это показать. Это то самое, что никто не угадал последний передач. Трафарет, схема. Аэрограф. Схема коррекции. Губы. Гиалурон. Инъекция. Филлер. Боток. Иглы. Подтяжка. Лифтинг. Нити. Это как-то косметологические процедуры, да? Фотошоп. Экспресс, патчи, уход. Маска, патчи. Патчи для глаз. Золотые патчи. Гиалуроновые патчи. Эссенция. Это увлажня... патчи с гиалуроновой кислотой. Это Калин. Калин, блядь! Звонишь Лене Богданович по громкой связи, представляешься и говоришь, все твои мейки отстой, вообще смени косметолога. Алло, здравствуйте, дорогая моя. Пожалуйста, все ваши мейки отстой, смените косметолога, всего вам доброго. Вы что, ничего не хотите сказать по этому поводу? Она сбросила. Все, все, блядь, я тут звезда, все. О, понятно. Замешивать тональный крем, умыться тональником, нет. Это для лица? Маска. Уход? Маска? Хуяска. Маска. Глиняная маска? Похоже на что-то. Маска по времени, которая... Сейчас, подожди. Дорожная? Это прилагательное, да? Сейчас, подожди. Маска какая? Которую наносишь на... Альдегидная, да. Вот. Нет? Альдегидная? Нет, не альдегидная, блядь. Маска какая? По-другому. Резиновая. Альдегид по-другому. Окей, Google. Альдегид по-другому. Что? Забыла. Маска альдегида? Альгинатная маска. А вы чё, суки? Отправить голосовое сообщение третьему человеку из переписки в WhatsApp. Никогда в жизни не стал бы тебя красить. Такое у тебя непропорциональное лицо на тапах. Это мне нравится. Блядь, я тоже хочу такое. Куплю себе альдегидную маску после этого выпуска. Не, я могу. У меня парень. Никогда в жизни не стал бы тебя красить. Такое у тебя непропорциональное лицо на тапах похоже. Пиздец полный. Разъебал. Красава. Жди. А, ну это сейчас, подожди. Это вообще... Да, все, можете уходить отсюда. Постой. Оставайся. Не подсматривай. Да у меня зрение. Так. Алло, микрофон, смотрим на меня. Хорошо. Брашинг. Да. Сука! Я отгадала! Полина! Моя, блядь! Отгадала. Да. Давай, все. Да, сейчас. А, давайте. Ресницы? Кёрлер. Для... Доследуя. Удивительно, что мы с тобой этого не знаем. А-а-а. Все, мне слово это знакомо, но я не знаю, как это показать. Так, погнали. Фитчарт. Нет, тихо. Ультрафиолет, защита от солнца, SPF. SPF. Интоксикация. Старение кожи. Нет. Фотостарение. Фотоомолаживание. Скульптурирование. А, солярий. Нет. Загар. Нет. Средство для загара. Автозагар, жидкие колготки. Бронзер. Скульптурирование. Бронзирующий. На загаривание. Ребят, хайлайтер. Санстрипинг. Это тот же самый бронзинг. Типа ты загорала на солнце. Привет, санстрипинг, приятно познакомиться. Сними сторис в свой аккаунт со словами «Ребят, я заканчиваю карьеру визажиста». Давай ты. Давай вместе. Давай вместе. Я заканчиваю карьеру визажиста. Я заканчиваю карьеру визажист. Меня все заебало. Блин, это полный визит. Да, мы выиграли, короче, все.
мы проиграли, и сейчас будем выполнять жесткие наказания. Съешь тюбик помады, обязательно жевать. Отрежь прядь волос под корень на макушке или сбрей полброви. Обнови телефон до заводских настроек, сделай блэкфейс самый темный тонал, как раз с помадой. Давайте мы сожрем помаду. Это самое лучшее, что есть. Подожди, сделай блэкфейс самой темной тоналкой и красной помадой. Бля. Не, блэкфейс это отстой. Лучше сожрите помаду. Да, давайте мы сожрем помаду. А блэкфейс это. Ну, это нам типа... будет о чем поговорить с тобой, дорогая. Сожрем помаду. Зеленую. Да без разницы. Фу, пиздец. Лакшери я брала. Нормально. Кстати. Что, может, мы тоже по кусочку? Я хочу попробовать. Не, знаешь. Немного резинового жира. What the fuck? Вкусная. Немножко рыбьего жира. Неплохо. Ну и пришло время розыгрыша. Из нас каждый собрал вот такой вот бьюти-бокс с потрясающими новинками косметики. Не только все, что надо делать, это всего лишь подписаться на канал «Золотой яблок» и оставить комментарий, кто справился лучше всех. Ну, понятное дело, это я. Давайте будем честными. Нажимайте на колокольчик. С вами были Алексей Смирнов, Поли Джо, Вася, Женя Монтана. До свидания.